Видно? Видно, да, теперь вижу вас. Знаете, почему не видно? Вы когда позвонили, у меня шел разговор с Днепропетровском. Видимо, это не наложилось одно на другое. Так, слушай. Да, темный экран. Был тут где-то неделю назад, я на собрании одного из приходов, пригласили меня поучаствовать в беседе. Ну, в общем, разговаривали обо всем, об Евангелии. Была затронута такая тема, как благотворительность. Ну, и в итоге разговора у меня такой вопрос созрел. Я задал вопрос, считаете ли вы, что православные должны проповедовать своей жизни? Ну, как проповедовать, да, чтобы внешне было видно, что я православный. То, что у меня не брита борода, да. Как у православного. У меня вместо «спасибо» говорю «спаси Христосу тому, чему я у вас учился». А то, что, проходя мимо храма, вот у меня лично, я когда прохожу, у меня душа требует, я перекрещусь, не проходя мимо храма. Не то, чтобы кому-то там показать, а то, что требует меня этого душа. Да. Вот. Если я на рабочем месте где-то, даже если это не моя фирма, а просто я наемный сотрудник, у меня на столе икона должна стоять или висеть на стене. Это вот как я делал, поступал. Если я прихожу, кушаю, в любое кафе даже я зашел, то я должен благословить пищу, перекрестить ее, прежде чем я сам перекреститься. На что мне православные ответили, что этим самым я искушаю людей, окружающих меня, неверующих. Что я не должен поступать так. То, что я должен в их среде, на их территории вести себя, как все остальные. Ну как? Вот как, сейчас мне супруга подскажет. Вопрос не то, не то, что там, а вот именно тем людям, которым это не нравится. Тем людям, которым не нравится, вот, допустим, видишь негативную реакцию. Если я вижу негативную реакцию от неверующих людей, то в их присутствии я не должен вот вести себя так, как я себя веду в обычной жизни для себя. Ну и могут они это показать на основании Священного Писания, житий святых? Я этот вопрос им задал. Они мне сказали, что из Ветхого Завета 20 стих о том, что царской дорогой должен идти человек. Ну где это? В каком месте? 20 стих. Какая книга? Какая глава? Это, сейчас, минутку, сейчас. Давай, сейчас. Да, скажите. А ну, почему вы решили, что царская дорога, это означает, город должен стоять в низине? Город на вершине горы? Дабы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. А что может быть добрее, как свидетельствовать о спасении, совершить крестное знамение? Это говорят люди лукавые, которые недвижимы Духом Божьим. Запомните. Это люди, враждебные вашей бессмертной душе. Это проповедь. У православных так легко. Сел в трамвай, в машину, перекрестился. Господи, благословен будь. Все. Они утверждают, что вот этим самым я работаю на показуху, не то, что это вот в душе там вера. Ну, хорошо, хорошо. Я понял это дело. Ну и пусть они считают только делов. Господь рассудит так, как в Евангелии написано. А если я на самом деле кого-то вот, ну, человеку не нравится, и я его какие-то чувства затрагиваю своим, то как вот я должен реагировать? А это естественно так. Вы свет. И больные глазами всегда закрывают рукой. Глаза больные, потому что свет. И думать о том, как другие посмотрят, этого нигде нету. Ни в Писании, ни в житиях святых. Это хитрость сатаны. Ты должен быть смелым, как лев. То есть искусить с этой стороны пытается подойти, хорошо, меня. Смотрите, мы заходим, нас заводят в столовую. Ну, я нахожусь в лагере, осуждены. Ну, быстро распределиться, 750 человек. Там все видно. Я в это время, когда начинают разливать, я остановлюсь сразу, встал и начинаю кланяться. Я 7 поклонов сделаю. Меня видит все 700 человек. Меня никто не может запретить. Теперь, так а сколько людей после этого обратилось к Богу? Вот я тоже про это объяснял. Дальше смотрите. Вот. Это если бы там только. Ну вот суд. Меня судят. Там кто-то пришел, что ли, нет? Да я валенки вот. И в суде на этот, который судит, судья, вот там Макаров у нас был, да. Владимир Александрович, он говорит, никто не креститесь, это вам общественное место, не устраивайте моления. А я сижу и перекрещусь, ну, Лапкину
Ладно уже, а меня выведут, а кого судить-то тогда? Один там, у сына Виталий был, он перекрестился рукой, он сразу солдатам, выведите его отсюда. Остальные так и остались. Это знамя мое, оно называется знамением. Это люди, которые от вас говорят, это люди, похожие на мошкару, которые жужжат по духам. Никого не слушайте. Вы свет миру, вы свет. А как свет сокроешь? Никак. Светильник ставят на вершине, на подсвечнике. И поэтому я везде должен показать, что я верую во Христа. И у меня новые и новые люди, новые свидетельства. Вот я сегодня только стою на остановке, ну, минут пять на остановке. Мне пришлось в городе быть. Стоит человек с бородой, я сразу к нему подхожу, начинаю беседовать. Сел в автобус, я сразу смотрю, к кому можно подойти. Иначе всем говорю, мы только что издали новые визитки наши. Визитки, вы можете посмотреть, какие у нас визитки. Там все сказано. Знаете, Тихонович, вот как раз это тоже у меня был один из вопросов. То есть вы вот когда проповедуете, вы все-таки смотрите, к кому можно подойти, конечно, да? Конечно, конечно. Вот, я тут... Три дня, 4, 5, 6 был на съезде молодежи православной. Там были молодые люди, я был, можно сказать, старейшина там. Мне говорили, что вы в таком возрасте еще занимаетесь молодежными проектами. Их это удивляло. Для них такой старый был, умудренный. Вот. И встретил там молодежь, которая проповедует, раздают листовки. Раздают листовки о Христе, говорят на улице о Христе, о Евангелии. И вот меня что смутило, я им задал вопрос, вы к любому человеку подходите на улице, вы не боитесь, что дав ему листовку с нашими православными символами, да, с крестом там или с иконой, что они могут это использовать в не в том направлении, выбросить или что-то еще хуже сделать? Вот такой вот вопрос, то есть хотел задать. То есть, когда проповедуем, мы все-таки смотрим, кто, что за человек. И тем более, если даем ему в руки какие-то наши листовки, да? Это вот отдельно отдаем. Даем, мы не знаем, как этот человек поступит. Действительно, не знаем. Сей доброе семя всегда пожнешь, что посеял тогда. Поэтому мы бросаем, и только 1/4 часть сохранится. Остальное налетели птицы, поклевали. Вы считали эту притчу-то? Да, вторая, мало земли, ну камень, там камень, там полсантиметра дальше камень. Ну а третья в тернии, ну ничего нету. Однако сеятель вышел сеятель, а кто сеятель? Господь через нас сеет. На это не смотрите, никогда. Угу. Если на улице мы раздаем, то мы делаем как положено. Подходим к каждому. Не мне решать, примет он или не примет. Я в жизни своей ошибался многократно. О ком я думал, он примет, он не принял. О ком думал, что он не примет никак, совершенно стоял посторонний человек. Он внезапно подошел и гляжу, мгновенно меняется. Вот я, я сижу в вагоне, мы едем. Я начинаю сразу же свидетельствовать о Боге. Подошел мужик один, как он взъярился напротив. Не дает говорить никак. Но я встал и пошел в тамбур. Маленько погодя, он выходит туда. А я встал и молюсь. Он подошел. Отец, прости меня, я не знаю, что со мной сделалось. Я поехал из дома, с тещей поругался, говорит. А что я на вас напустился, не знаю. Да он ехал всю дорогу, все слушал. Я ему Евангелие там подарю. Это Бог делает. А если бы я по первой реакции сказал бы, да вот он пришел такой ярый, да он, ничего не знаем мы. Бог знает, что в человеке, мы не знаем. За кого мы голосовали, те люди нас подвели. А кого зазирали, те люди нас вывели из беды. Вот как будет. Никого не слушайте. Вы сверяйтесь по Слову Божию. И внутренний ваш дух ревностный должен быть. Ревность. По доме твоем снедает меня. А скажи, вы вот в церкви видите, в храме торговля, которая к вам нападает на вас. Скажите, а почему вы ничего не делаете, чтобы торговлю убрали? Это дом торговли. А больше Христос второй раз сказал, вертеп разбойников. Это не храм во имя Александра Невского, это вертеп во имя Александра Невского. Это не храм Покрова Богородицы, это вертеп во имя Покрова Богородицы. Выброси все. Каноны запрещают торговлю вести даже в ограде. Каноны. А где? Даже в ограде? Даже в ограде. В ограде запрещено церковной. А где? А где? Пускай с той стороны они заходят. Выдвините или как-то. У нас тут прорезали дыру они с той стороны, с улицы.
Вот понимаете... Вот, а, выносные такие, видел за территорией. Ага. Ну хорошо, смотрите, мы-то, у нас храм, но у нас ни одной свечки не продается. А как? А как он в пещерах? Они покупают воск, они льют сами свечи, и свечи не покупаются, не продаются, они лежат. Люди жертвуют деньги, сколько кто может, а свечей сколько надо, подойдет, Пономарь поставит, у нас так вот сделано. У нас движения денег вообще никакого нету. Все, все бесплатно, абсолютно. Но люди платят десятину. Десятина святая, она уничтожает всякую торговлю. Что тут непонятно-то? 10 человек, если есть в церкви, они уже батюшку прокормят. Десятина. Да. Ну, у него столько же, у каждого тысячи, каждый по сотне отдаст, у батюшки уже 1000. Да, ну это вот такая община, как у вас, конечно, которая... Ну мы же тоже с нуля начинали-то, с нуля. Но мы устав это записали. И устав этот в краевом отделе юстиции. Торговля категорически запрещена. Мы в устав записали, что свечки нельзя тушить. Она должна догореть и погаснуть. Почему? Все сожжения. А в церкви такие вот огарки еще, их вытаскивают они, а потом переплавляют. Это воры стоят, тати. А когда вот эта свечка, вот, она же ставится в такой небольшой подставочка, да, да, трубочка? И когда она туда до конца сгорает, потом ее оттуда шилом, да, доставать? Никак, легко это берется. Это легко, маленький такой, как пинцетик, только все вылетело. У нас вылазят, и у вас будут так. Я посмотрел, как у армян, у них хорошо. Крупнозернистый песок в большом тазу, и в него подходит и ставит, она догорела, погасла. Это можно сделать, надо смотреть, у кого что хорошее, надо всю жизнь учиться. Это и православным не запрещено. Тазик, крупнозернистый серый песок, он крупнозернистый, он не прилипает даже. Каждый подходит, воткнул. У нас сколько положено, со свечами никто не ходит. Это батюшка или диакон, или кто-то сделает, поставит. К свечам не прикасаются. Деньги пожертвовали, на пасеку поехали, закупили, там круги такие, воска. Женщины, которые на это поставлены, они льют и свечи стоят. Это все легко. Главное... А вот такие вот вещи, как книги, иконы, это же все равно нужно где-то приобретать. В доме пускай же мне нужны. Пускай приобретают, пускай. Страна большая. Пускай в пещере долбят, пещеру долбят в горах, и там продают. Храм, дом мой. Он нам не принадлежит, Богу принадлежит. Мы не можем лукаво рассуждать и ставить какие-то Богу условия. Он изгнал. Притом валы, овцы, это было повеление от Бога в жертву. А о книжках наших, свечах нет ни одного слова в Библии. Это выдумка. Ну вот, наша община, у нас нет торговли. Вы просто скажите, есть люди, которые не торгуют. Не торгуют, я называю вам, где пещеры. Мы были в пещерском монастыре. Я сам это видел. Ага. А вот такие вот книги все-таки, они должны где-то за территорией просто продаваться, да? Другой вариант есть. У вас есть, допустим, там трапезная, вот у нас. Книги лежат у нас в трапезной. И кому надо, надо сколько. Там специально есть человек. Это к храму не относится совершенно. Никак. Они там внутри лежат, каждый подходит, выбирает. Когда надо, деньги отдаст. Он может отдать деньги здесь или там. На улице или здесь. Да. Мы такое встречал. Ну и все. Мы ходили в монастырь в Стрельно. Это Сергия Радонежского монастыря, пустынь, в Стрельне, в Санкт-Петербурге. Вот у них также заходишь, у них сделана лавка. Ну, правда, внутри монастыря. Заходишь в лавку, берешь, что тебе надо, а деньги, когда можешь, приносишь. Сам да, кто-то считаешь. Да. Они даже не считают, сколько там ты заплатил. Твоя совесть. Да. Если нужно, у нас цена положим. Стоит, определенная цена. И все знают, поставлена одна женщина, которая за этим смотрит. К ней обращается, ценник есть, ну она просто называет сколько. Но большинство книг у нас, это примерно 9 из 10 мы жертвуем даром. Вот, 9 из 10, а то может даже больше. А кому нужен отдельно полный комплект, 38 книг, они нам пишут, мы собираем коробки, отвозим на почту, отправляем. А деньги переводят на книжку и все. Это все легко. Вот это понял, спаси Христос. Это все страх Божий делает. Я боюсь огорчить моего Господа. Страх Божий узду надевает, а беззаконничать не будут. А вот нам сказали брить бороду, сейчас я разговаривал с семинаристом, я говорю, лукавые вы. Стал говорить, он еще что-то, я говорю, ты бы этого не знал, как отвечать, я бы семинарию не кончал.
Ты знаешь, за счет семинарию заканчивал? А для чего? Для того, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Больше она ничего не нужна тебе. Что нужно знать, я самостоятельно это узнал. Самостоятельно. Мы сегодня на такой вот подобный у нас был разговор с человеком, который, ну, учится в семинарии на курсах. Он занимается катехизацией при храме. Вот. И когда я с ним вступаю в спор по некоторым вопросам, он мне говорит: ты слушай меня и не спорь. Я для этого учусь, а ты нигде не учишься и со мной спорить собираешься. Нет, вы не спорьте, правильно, спорить не надо. А вы вопрос ему задайте. Вот он что-то делает где-то там, торговлю. Скажи, покажите, где в Библии, в Святом Евангелии написано, что торговать можно в храме. Найдите. Я знаю, в Москве один священник, кажется, это был Шпилер. Вот. Он долго говорил против, все согласились, торговли не будет. А они тогда все вытряхнули оттуда, ящик свечной вытащили в ограду, расколотили и сжигают. И он говорит: это не просто ящик, это старый жид присосался к нам. Ой. Не надо лукавить. Вот Андрей Кураев, когда обо мне говорит, я, говорит, завидую ему, в какой свободе живет он. Он после этого выступал на радио «Эхо» и опять про меня поминал. Андрей Кураев-то. Я слушал его выступление. И опять говорит: завидую свободе. Я говорю: завидуешь, тебе Бог эту свободу поведет. Он сейчас свободен будет. А я заметил, вот чего желаешь, все исполняет Господь. Да. Вот только пожелал, через какое-то время смотрит, я появилась. И раз я же вот этого желал, у меня даже жена иногда говорит: Сергей, ты как-то аккуратнее будь в своих желаниях, у тебя все исполняется. Надо было. Ты только будь благодарен. Вот утром мы только встали, мне сразу с Украины. На Украине готовится ужасное событие. Убийство, настоящая бойня готовится. Помолитесь. А сейчас этот человек, и меня в Днепропетровске, это же Украина, он меня и спрашивает: ну вот казаки защищать, я говорю, ничего не надо этого делать. Вы молитесь за правителей, за царей. Кто? Янукович, за него и молитесь. А Смутьянов, чтобы Бог смирил, чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную. Мятеж, безмятежный — это без революции. И Бог тебя защитит сам. Кто ведет плен, пойдет в плен. Кто убивает, тому надлежит быть убитым мечом. 13 глава Апокалипсиса. А как у вас? У нас служат, все в армию идут. Но никто оружие не берет. Мы заранее идем до призыва, еще ребята идут, пишут заявление. Согласно альтернативной статьи, мы все идем. Но будем умирать, что скажете делать? Но ни снаряды подносить, ни убивать не будем. И все служат, возвращаются. И получается, что даже вот, а как вот быть с таким вопросом? Сижу я со своей семьей дома, да, никого не трогаю. И в этот момент нападают на меня какие-то люди, врываются в дом с оружием, и я знаю, что если я сейчас не буду защищать свою семью, то всех вырежут. Понятно. Вопрос понятный. Вот как в этом случае быть, да? Авраам оказался в Египте, и он заранее с Сарой договорился: ты красивая женщина. Угу. Тебя приметят. Так ты скажи, что ты моя сестра. Почему он не стал защищаться? Да потом... Ну с кем ты будешь защищаться-то? Армия египетская. И что? И Бог сделал так, поразил весь Египет, а ее вывел. Так он ему еще и рабыню дал. Все. Богу доверься. Ну я говорю, ты будешь защищаться. Ну сейчас дверь у меня сломали, врывается здесь 15 вахабитов. Ну и что я буду делать? У меня ничего нету. Ну и что я могу делать, скажите? Ну защищать. Ну что дурью маешься-то защищать? Мне даже шевелиться с места не дадут. Я единственное, что могу... Вот, второй Сергей Дудин звонит. Пускай пока, потом. Что ему сказать-то? Отменить, отказаться. Убрал его. Он не знает, что вы здесь. Вы делаете так, как Бог повелевает. Остальное Бог сделает. Я не хочу уступать нигде своей прихоти. Мне Бог так повелевает. Ну, я-то все время на верхотуре. Но представьте, нынче проехали 6 мусульманских республик. Вы маленько прикиньте. Когда мы с ними беседуем, везде оставляем христианские книги, раздаем Евангелие. И мы вернулись живые. А нас пугали. Так не просто живые, а в администрации Кадырова были. Подарили книги. Что он опять... Вот, я вот опять отказать. Вот то будет. Есть вот если звучит заповедь «не убить»,
то ты должен не убить ни в какой ситуации, да, никакого, ни врага, никого. Ты можешь его там, говорится, оглушить, переломить ему ноги, можешь, но не убить. А, то есть травмировать можешь, но конечно, не убить. Конечно, а как, ты же защищал. Вот сейчас она, зашли пацанята какие, то у меня такая палка, я, наверное, будь здоров его. Но я не должен убить только. Угу. Все. Ну там смотря кто, вот у меня супруга говорит, когда Великая Отечественная война была, солдаты убивающие и умирающие. Куда вы скажите, шли? Дорогой супруге, что если бы люди жили по Евангелию, войны бы не было, Гитлер не родился бы. Угу, угу. Мы берем уже данность, что мы довели до такой степени, что Бог начинает врачевать нас ударами. Угу. Не надо этого, он идет, так вот идет наказание, бич Божий. И мы должны принять с благодарностью. Пришел Тит, Израилю было сказано защищать территорию. Но пришел Тит, Веспасиан, им сказано было, Иеремия, когда было, отворяй ворота. Его считают предателем. Отворяй ворота, идите, выдавайте дочерей замуж и садите виноградники. 70 лет пройдет, вы вернетесь. А который не пошел, все были убиты. У царя детей убили, ему глаза выжгли. А если его послушаться... А вот Сергий Радонежский для чего тогда посылал монахов на поле битвы? А правило для чего церковное написано? Сергию Радонежскому правило что? Не нужны? Его надо было запрещать сразу в служении. Он нарушил правило. И не просто правило, а которое правило проклятию придает. Он под проклятием Сергий. Вселенский собор повелел так. Апостольское правило гласит, что если принявший монашеский чин возвращается как пес на блевотину к воинскому званию, опять, да будут прокляты. Он что, не знал это? Или что, для Сергия особый собор должен собираться? Вы рассуждаете так, как написано в Евангелии от Иоанна 12:48. Это главный стих для вас. Вы его окружите, в рамку поставьте. Господь говорит, я не сужу, слово, которое я говорил, оно будет судить. А раз оно судить, мне надо жить по нему, а не по Сергию Радонежскому. А Сергий Радонежский послал защищать. А чем это кончилось? Мамаева побоище, так? Куликова битва. А через 6 лет приходит Тахтамыш, и Сергий бежал, и келью все сожгли. Нуль. Ничего не осталось. А как надо было? Да так, молиться. И Мамай не родился бы. Его не было бы. Или у него там внутри была бы схватка, как раньше. Он вернулся домой, и там его убили. У меня опыт не 2 дня, 50 лет. Я скажу, это всегда так. Мне отмщение я вас дам, говорит Господь. Не мстите за себя, возлюбленные. Вы считали это? Да. Посланники, вот не мстите, аз вас дам. Если ему отмщение, он воздаст, вопросов никаких нет, он воздаст не как я. Он воздаст так, что мало не покажется. Но я должен молиться за врага, чтобы Бог его не убил. Чтобы дал ему покаяние. Молитесь за обижающих вас, за врагов ваших. А вот, Игнат Тихонович, а если вот случается такой случай, да, но мы же не всегда... Еду на машине, да, мало ли что-то случилось, да, ну то есть убил по неосторожности или как-то зацепил, этот грех, получается, уже никогда не простится, его никак нельзя отмолить. Ну, не, простится. У вас почему с той стороны света нет, половина лица черная? Вот я сейчас включу. Да, конечно. Кабель там у меня. Давай. Нет, нет, он не светит сюда. Так, ну попробуй, ну-ка сейчас. Сядьте прямо, я посмотрю на вас. Вот так вот. Во-во-во-во-во-во. Вот так и держите ее. А то я разговариваю с половиной человеком. Так, вопрос в чем состоит? Да я понял, этот вопрос уже понял. Сейчас другой. Так. Сбился с того, что я... Так, это за врага, это по неосторожности. По неосторожности, давайте поговорим. Да-да-да. Это называется невольное убийство. Это убийство. Если это сделал священник, сан снимается. Да. Вот. Для мирянина отлучение от церкви будет. Но отлучение щадящее, допустим, там на 5 лет или как-то. А если ты сильно плакал, то могут сократить на 1/3. Допустим, 3,5 года. Церковь – это любящая мать. Игнатий Тихонович, а вот еще такой вопрос. Вот я читал «Жития святых»,
Допустим, вот житие Марии Египетской, да, вот очень такая святая, близкая нам грешным, что, несмотря на свою жизнь, в начале своей жизни, она смогла достичь спасения, да? Да. А вот я когда прочитал ее жизнеописание, она мне такой близкой стала, понятной очень, вот, что обычный человек вот своим трудом, своей жизнью добилась этого, что дает надежду нам как-то идти к спасению. И столкнулся с другим, что Бог, да, все благ, все милостивы, все грехи могут проститься, если мы в них раскаиваемся. Но есть такой момент, да, что если человек женат дважды, да, он, я вот как-то разговаривал, смотрел, человек женат дважды, никогда не может быть священником. А если человек до этого момента все время блудил, в блуде жил и не был женат, то получается, он может стать священником. Если это все было, второй раз женился, и блуд был до крещения. Вот вопрос какой, границу вы не называете. Крещение, да? То есть да, граница, конечно. Крещения. И до крещения. Но если до крещения он дважды женат был, из него священника получится. Получится, да? Но если он в состоянии христианина сделал, то уже никогда не может быть. То уже никогда. Никогда. Понял. То есть разница здесь порог крещения сам. Да, порог крещения. Если он был крещен, жил в блуде, то он уже не может. А если он пришел к вере и стал в взрослом состоянии, крестился, тогда может. Вот это понял, все снимается, все прощено. Все. Угу, угу. Вот. Вот, допустим, так, она у него вторая жена. А та живая жена. Ну, угу. Он веровал, принял крещение. Она теперь матушка, он священник. У нас именно так и получилось. Не у нас, а в патриархии. Угу. Он был военный следователь КГБ, обратился, и теперь батюшка. Понял, то есть здесь это крещение. Когда это крещение грань, когда человек рождается свыше, он уверовал. Это мертвое, старое, отсеченное, и больше к нему возврата нет. А если он там убивал, убийца был, никакого значения не имеет, кем бы он ни был. Рождается новая тварь, все творю все новое. Дух Божий очищает, в водах омывается. Встань, крестись, омой грехи твои. Павел убивал людей. Павел, сколько их убил? Uh-huh. Тысячи. А теперь стал не священником и не кто-то, а апостолом. Апостолом. Потому что все это было до уверования. Я не достоин называться апостолом, но Бог меня избрал. До уверования. До. Так, а теперь, если юноша, вот нужно сказать, допустим, он верующий, и сохранил себя, то есть сохранил себя, означает, не знал женщин. Наступило время ему быть священником. Ему говорят, ну ты женись, но теперь нужно строго смотреть, на ком он женится. Она должна дать справку. Эта справка будет показывать церковному совету, что она девушка. Если он берет, я ее люблю, но так кандидатура снимается навсегда. Но он говорит, она девушка, но она артистка, там Пугачева или кто-то, тоже не может быть священником. Не может. Артистка называется позорищная, по-славянски, блудливая, как Степаненко на «Б» называет. Вот. Не надо выдумывать. То есть получается, вот как я слышал, что артисты лицедеи, а если лицедеи, то это, ну, от лукавого лукавят, да, и получается, ну, охлобыстин, ну, это охлобыстин, Иван. Да, Иван Иванович. С него сам надо снимать раз и навсегда, чтобы он близко не подходил. Вот он сейчас... Я, как понимаю, сам понимаю, что в таком падении находится, в духовном таком, конечно. Со священника снова в артиста тяжело, конечно, жалко. Ну, относительно Сергия Радонежского мы сказали, правило для него тоже написано. И никакой поблажки никому нету, нигде. Петр поступал маленько не так, и Павел говорит, я при всех противостал ему. Этим лицемерием Варнава был увлечен, а Варнава его представил тогда, когда его все боялись. Он земляк его был. Игнатий Тихонович, а еще вот такой вопрос, когда коснулись вот женат-не женат. Есть ли разница между браком, который вот заключается в ЗАГСе, да, в госструктурах, и разница между венчанием? Вот по сути своей, какой брак мы должны признавать? Ну, если церковь сегодня, говорят, ну, настаивает на этом, в этом ничего плохого нет. Сначала в ЗАГС сходите.
ЗАГС накладывает определенные обязанности. Церковные накладывают только в духовном. Оставить не платит. По крайней мере, элементы будет получать. По крайней мере, имение разделят. Он никакой роли для нас не играет совершенно. Но по государственному, он, по крайней мере, она, жена потом квартиру отсудить может или что-то. С детьми она не на улице будет. Так, пускай сначала сходит в ЗАГС, а потом помещается. А вот если был человек, крещен человек был в детстве, но крещен был, как у нас сейчас многие крещены, да, не воспитывался во Христе, не был рожден свыше, и никто ему никогда ничего не говорил. Ну, крестили его там бабушки или кто-то, не знаю, в детстве. Этот человек женился в ЗАГСе, в храм не ходил, так вот в этом состоянии жил. Потом у него что-то случилось, он развелся там какими-то путями, не знаю, пришел к Богу. Пришел к Богу, уверовал, стал идти по этому пути спасения, встретил женщину такую же, женился на ней. Вот в этом состоянии я понимаю, что правило вот это, которое мы говорили ранее, да, что дважды женат, он уже все равно никогда не может быть священник. Теперь он это все в состоянии после крещения у него было? Нет, крещен был в детстве. Все. При рождении. Это в детстве крещен, это даже забыть надо. Сегодня могут поставить, это беззаконие, и поэтому беззаконие будет и в общине, и везде. Он найдет другую работу, пускай работает. То есть это даже если будет где-то принято, то это получится это беззаконие, на которое... Это беззаконие. Нарушены каноны, притом не один канон. А вот еще такой вопрос. Мы тоже столкнулись по крещению детей. Я встречал вас, тоже там почитал ваши ответы. Вот. Если я понял так, если правильно понял, то, что родился в семье ребенок, если семья верующая живет по заповедям, по Евангелию, то она должна своего ребенка крестить, потому что несут ответственность, что будут ребенка воспитывать во Христе, да? Да. А если семья не верующая, да, не, никогда, ну, сами крещенные родители, ну, никогда не жили по заповедям, никогда не жили по Евангелию, то здесь и не готовы воспитывать ребенка во Христе, то здесь вроде как... Осипов ребенка... об этом говорит, Смирнов говорит об этом, отец Дмитрий-то. Я, говорит, крестил, крестил таких, оглянулся, говорит, 20 лет и никого нигде нету. Ты что уж доказывает? А кого? Это обман, сплошной обман идет. Не надо, придет возраст, он сам найдет дорогу. Ну, здесь нельзя путать вот эти моменты, да, что так или так. Если семья православная, то они должны крестить. Как, если крестить, семья конечно. Не православная. Ну, а так, которые, и они не думают. Вот, ну, говорит, я ее крестил. Кем? Говорит, разбойник вырос. Вот я ее крестил, а ее не учат. Кем? Блудница выросла еще одна. Ну и все. Зачем это здесь... нужно? Да еще не крестят, а лбы мочат-то. Крещение должно быть только с троекратным полным погружением. Вопрос, это канон, апостольское правило 50-е. Вот, Игнат Тихонович, не знаю, вот такой вопрос у меня еще сложный. Мне задала его супруга. Я, конечно же, не смог ей ответить. Вот такой вопрос. Страшный суд, да, приходим мы на второй страшный суд, дожили до этого великого момента. И нас разделили на две стороны, да. Праведников, грешников. И, допустим, какой-то человек попадает, ну, допустим, мать и дочь, да? Мать и дочь, которые вот здесь на земле такие тесные отношения между собой имели, родственные, все, друзья. Оказывается, что одна из них попадает по левую сторону, а другая по правую. Вот сможет ли в блаженстве... Вопрос понятно, мне много раз его задавали. Как она в раю будет радоваться, если знать, что дочь ее мучается в огне? Да, да, да. У нас, у верующих, которые спасутся, будут существования, которые во Христе Иисусе. Он с гневом воззрит на них и скажет, отойдите проклятый в огонь вечный. Это его творение. Мы для Бога ближе, чем мы друг для друга, жена, муж или кто-то. Он наш Создатель, Творец, Отче наш, сущий на небесах. И Господь в каждого вложит такое же самое чувство, он с гневом посмотрит, и ты на родного дитя, который в ад идет, тоже с гневом посмотришь.
Там будут не наши человеческие рассуждения, а Божьи. Дух Божий через Христа это говорит, он будет в нас действовать одинаково. В нас должны быть те же чувствования, переживания, какие во Христе Иисусе. Писание. То есть, если мы здесь дожили до такого состояния, что Бог нас может простить, и мы можем войти в Царствие Небесное, то там мы уже и думать будем в том состоянии по-божьему, да? По-божьему. Принимать. Господь их отсылает в огонь, конечно, гневными словами написано, скажу им, отойдите, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вы читали это? 25 Матфея. Да. Все. Верующий точно так же будет смотреть. И говорит, сядете на 12 престолах и будете судить. Это апостолам сказано. А судить будешь, а там твои дети на той стороне. Ты будешь творить суд своим присутствием. Суд творит Господь. А ныне нас судит Слово Божие. И за каждым своим словом должны следить четко. Очень. Вот сейчас показывают, мусульмане стоят на площади, вчера я смотрел, и вот он перед микрофоном, и кто-то там как бы выступает. Видать, подстроили своего мусульманского мальчишку, поставили там, а остальные-то стоят тут с бородами, усы стрижены. И вот он, а зачем кричать так сильно? Иди сюда, тут микрофон. Его подводят. Ну и ты еще кричишь, ты христианин? А видно, что подстава. Он, да, я христианин. Ты что, Христа считаешь за Бога? Ему уже все сказали, да, за Бога. Ну а Бог тогда всезнающий. Ты так считаешь, да. Ну а Бог врать может или не может? Не может, но он знает, что. Ну а как же в Евангелии от Марка написано, когда о суде Божьем спросил Господь, то, говорит, сын не знает. Так знал или не знал? Если всеведущий знал, а написано не знал, значит, он соврал. И мальчишка не знает, куда, и тогда ко всем, вот, христианские книги как обманывают нас. Ну, видно, что подставлены. А он хочет что-то сказать, якобы они его за руки другие там муслимы уводят. Ладно, ладно, иди. Да если бы он был настоящий христианин, он бы сказал, мы верим в Христа как Бога человека. Бога. На кресте умирал человек по человечеству. И когда Господь говорил, не знаю, он говорил как человек. А как Бог, он все знает. Но вы-то не понимаете, что это Бог. И поэтому глупые вопросы задают. Я его сразу насадил. А он стоит и... Ну еще кто вопрос задаст? Над мальчишкой победу одержал. Ну он такой же, может, мусульманин. Я по вопросам так догадываюсь. Это не... Какой же он вылез и посрамленный ушел. Он Бога-человек. И когда Бога-человек молится, доминует меня чаша сия. Это по человечеству. Да. А как Бог, он говорит, да будет воля твоя, не моя, но твоя. Вот как. Как человек, он страшился, Христос. Да пронеси чашу сию мимо меня. Почитай Анна Златоуста, 8 том. Игорь Тихонович, а можно ли желать мученического конца? Ну как не желать-то? Это высшая награда. Апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Даниил Сысоев, священномученик последних времен, он говорил так, быть убитым за Христа, это минуемо тарство, сразу быть в Царстве Небесном. Святые мечтали об этом, они прямо рвались туда, как Варвара и Екатерина, великомученицы. Они могли уйти от одного, достаточно жертву только принести, нет, они сами рвались. Вот Анфим Никомедийский, у Анфима было 32 тысячи община, и все взошли на небо, все сожгли, сожженные были, никто не ушел. Они были заперты и сожжены. Им было предложено выйти, вот кусок мяса переложи на треножник, иди. Ни один не вышел. Желать можно, но рваться на это церковь запретила. Запретила. Это Гури, Самона, Авив. Мы можем посмотреть такое житие святых. Когда они сами искали, церковь запретила это. Было так, одного христианина сжигают, 2-3 взбегали на костер, рядом становились. А, то есть, когда уже ты туда становишься, ну, да, нельзя. Сами. Мы должны просить Бога, доминует меня чаша сия. Чтобы мне, Господи, гонят в одном городе, беги в другой город. Но не отрекайся, если схватили, все, я этого и желал. Вот Георгий Победоносца, он не хотел, его арестовали, он смело отвечал. Ему надевают на ноги сапоги железные, которые с гвоздями. Гвозди прокалывают ноги. Представь себе, гвозди. И он бежит, его привязали за лошадь, он бежит. Но как Георгий сапоги? Он говорит, это как раз то, что я и хотел.
Ну, понимаете, это Георгий Победоносец, вот где он. И мы должны желать этого. Желать, но не рваться туда, как тебе, Господи, угодно. Ты укрепи меня сегодня. Некоторые, да я бы, я говорю, сиди спокойно, не рыпайся. А то размажут, соскабливают, мне сейчас на стенке будет. Я там был, да. Видел как. Мне, я вот говорю, когда меня судили, я вернулся, я говорю, ну как вот я из зала-то, как было, как я отвечал? Как вы отвечали, как вы коммунистов громили там, с КГБ, это нам страшно было. Как героически, я говорю, у меня все внутри сжималось, я трепетал, я боялся сидел. А вот что боялся, за это нет наказания, Златоуст говорит. Главное, что ты выдержал. Когда раньше вели на казнь, то им веревку давали в зубы. Привязаны еще и в зубы веревку. И бывало, что прямо на эшафоте помиловали. И родные спрашивали, ну ты видел, вот как я плакал? Он говорит, я ничего не видел. У меня все застили слезы. Ну, вот утро стрелецкой казни. Когда первый казнит, которые восстали на него. Ну просто надо понимать, видеть. А рваться не надо туда. Но я, вот со мной переписывает этот Сергей Дудин, болящий-то. Он номер один, а вы номер два у меня. И он сразу мне говорит, ну, одна встреча прошла, он говорит, я понял, вы хотите умереть за Христа. Я говорю, да. Да, но я исповедник, я страдал, я сидел, но я не мученик. Мученичество – это высшее, что есть в христианстве. И поэтому с такой охотой шли. А были такие, которые сами шли, и мук не вытерпели, и принесли жертву. И церковь строго запретила это. Он полез туда, куда его не звали. Его да, то есть, он сам пришел, я христианин, арестуйте меня. А начали толочь, жечь, он не выдержал и отрекся. А иные даже не сделали. Там разумением таким, да, как да. Вот, что я решил, я да, пойду. Да, решил, нельзя этого делать. И церковь постановила не делать. А был такой святой Мордарий. Его зарядите, просто увидите, Мордарий. Он кроет дома крышу. А в это время ведут на казнь святых там, и все священники-то. Здорово, Мордарий, а он на крыше. Здравствуйте, братья. А один обращает, такую дружину ты где найдешь? Иди с нами. Он соскочил, бежать домой, а ведут мимо дома. И там знакомый, он говорит, я хочу сказать, ты там о жене побеспокойся с ребятишками. Подошел и там вместе с ними пошел. Его отталкивают, тебя кто арестовал? Никак, я с этой дружиной. Ну и казнили. Вот как люди шли на это. А мне тут просто тоже такая вот дискуссия была. Я говорю, что мне кажется, что такой смерти мученической только желать можно. И мне отвечают, ты вот посмотри, как отец Даниил рвался того, что нельзя делать. Он провоцировал этих мусульман своими. И вот допровоцировался... И вот погиб, это разве мучительство? Конечно, отец Даниил, он слово нес, он стремился к тому, чтобы люди спаслись, так как сам был... И главное, провоцировал, голоса. Вот именно вот так говорят. Вот это хулители, богохульники. Отец Даниил, священномученик последних дней. Я смотрю, за 1500 лет, может, никто так не любил, за 1300 лет, мусульман, как он любил. Еще неизвестно, да. Кто убил его, по заказу, может быть, высшие органы убрали его. Мы не знаем, кто. Не доказано. Поэтому обвинять, что именно мусульмане были, у нас нет данных никаких пока. Мне вот тоже кажется, что именно он любил их. Сам же рожден был, да, вот, ну, из татарской семьи. И ну, любил, понятно. Своей любовью вел. Да, спасибо вот за это. Он герой веры. И мы можем подражать ему только. Меня вот спрашивают иногда, ну а как считаете, вот сейчас там, ну, говорят о его канонизации, его не надо канонизировать, он святой. Это не, он не нуждается в этом. Мне позвонили сразу в тот же вечер. Все, святой человек. А у него встречается то, с чем я не согласен, это не имеет никакого значения. Если бы он жил, приехал в Барнаул, мы, может быть, столкнулись бы кое на чем. Это все позади, за оградой. Он мученик святой. Святой Даниил, моли Бога о нас. Священный мученик. Да. Богу слава, да? Да. Еще что у вас? Да вроде бы, как Игнат Тихонович, такие вот вопросы уже... А вы внутри себя-то чувствуете? Вот я вам отвечаю, никому не подыгрываю. Я не одобряю ни Серафима, никого, когда они нарушают. Вы внутренне чувствуете, что это именно так?
Что вы не подражаете? Нет. Я говорю, что вот вы говорите, Сергий, Радонежский, другие, я не стараюсь оправдывать, поступок неверный был у них, что монахи пошли воевать, пересвета ослябе. Здесь к чему? Я, честно говорю, еще даже, честно говоря, к этому не подходил, как осмыслили, да, самому. Я воспринимал просто как данность то, что есть. И мне в церковной среде именно говорили, когда я говорил, что вот, почитай заповедь, не убей, мне говорили, ну что ты думаешь, что святой Сергий Радонежский, если послал на это монахов, то он поступил неправильно? Я ничего ответить не мог. Вы отвечаете смело, неправильно. Правила написаны для того, чтобы соблюдать. И какой же Сергий святой, если он нарушает апостольские правила? Это апостольские правила. Не убей. Нигде и никак. Пороть можно. Христос порол и выгонял их. Но не убивал же их в храме-то. Угу. Взявший меч от меча погибнет. Петр, вложи. Даже за Христа нельзя заступаться с мечом. Петр-то за Христа заступался, когда мечом рубанул по уху. Да-да-да, по уху. И даже за Христа нельзя заступаться. И когда апостолы были в это время, что было? За Божью Матерь не заступались? Нигде этого не видно. Мы видим, как окружен был Иерусалим. И что было, верующий Господь там, Пенуэл, кажется, город был, куда он их вывел заранее. У Бога все это высчитано. А у меня вчера чудо было, я не знаю, как, ехал вчера в автобусе, еду, народу много, сижу, и что-то у меня из глаз слезы благодарности полились. Сижу и плачу потому, что понимаю, насколько Бог разумный и как вот какую мне жизнь дал, что прошел вроде много неправильного, но он мне дал такую жизнь, что дал сейчас возможность спастись, вот это исправить то, что натворил я. Такая что-то благодарность была Господу, слезы полили, люди кругом, но я как-то и даже потом уже понял, что внимания не обращал. И вышел из автобуса, иду, улыбаюсь. Люди на меня оглядываются, а я не пойму, что оглядываются. В метро зашел, улыбаюсь, из метро вышел, у меня все улыбка. Я увидел это уже, когда в метро стоял, в отражении, в стекле вагона, увидел, что у меня улыбка, поэтому, видать, люди смотрят. И вот не знаю, откуда это, почему Господь вчера даровал такое ощущение. Вчера именно ощущение счастья, радости такое какое-то неописуемое было. И сегодня продолжается, но не так ярко, но вот вчера что-то очень ярко так у меня было. Вот хорошо, что вы пошли правильным путем. Сразу в благодарность. Это от Бога. За что ничего не вспоминаю. Просто на душе легко. Дух Святой посетил меня. И слезы благодарности Он даровал мне. Я вот в тюрьме был. У меня Евангелие, Новый Завет я вынес. А он у меня весь сморщенный. Он пропитанный слезами был. Весь пропитанный. Бог давал такие слезы. Я у Бога выпросил этот дар. И первый раз я было, когда меня пригласили на одно, сказали, сегодня там у нас приезжает брат, ну там это было, и вот это было, я уезжал, где я обратился, баптисты были там, пятидесятники, и они для него каким-то путем достали Библию, Библию старая, но она вся целая, а тот брат не приехал, откуда-то должен был там с Эстонии приехать. Ну, а я-то молодой, собираясь в отпуск, я обратился к Богу, уезжаю, все знают, что я православный, все среди. И вдруг братья что-то там шепчутся, ну, я не обращаю внимания. И они тогда говорят, вот мы посоветовались и решили, вот уезжает брат домой, в Сибирь, и этот брат-то не явился, кому мы хотели подарить, а подарим этому брату. Ну, все согласны. Напало на меня вот это вот слезы, я вышел в коридор. Я уткнулся, одежа висит на вешалке, я весь вечер там проплакал. Это мне Библия, когда у меня кроме Евангелия ничего не было, потом Новый Завет подарили. Я поехал домой с Библией, брат обратился теперь на священник, мама обратилась, сестра обратилась, вторая пришла. Вот что значит Бог делает. А посещение это любовь, которую Бог являет через людей. Что-то где-то оказал, внимание, ты не ожидал. И Он тебя в глазах людей показал другим. Чем ты себя видишь, это от Бога. А то, что люди удивляются, ну и так понятно, что-то один идет, смеется, что он выиграл-то? Выиграл, как Пантелеймон говорил, святитель, я у отца был, говорит, имение принимал. Он на занятия не пришел, пропустил дня три,
студентом был медицинским, учился в университете тогдашнем, скажем. Ну и его спрашивает этот ректор, а ты где был? Он говорит, я с отцом был, отец показывал имение мне, которое есть. А он был в это время с Ермолаем, с пресвитером. А отец его спрашивает, а что тебя 3 дня-то не было? Он говорит, учитель наш, профессор, учил меня, как правильно лечить. То есть он ответил аллегорической форме. Ну и потом, и он сразу увидел, идет, ребенок лежит, умер, змея укусила, его лежит рядом. Он крестным знамением, только змея пополам разлетелась, а ребенок стал живой. Пантелеймон, целитель-то. Вот как. Когда Бог посещает, Давид говорит, омощаю постель слезами моими. Павел говорит, день и ночь, со слезами молился. Слезы – это дар Божий, когда не от обиды, не от ненависти, а радость во Христе, они необъяснимы. Бывает, падает душа какая-то, у меня было несколько раз в жизни такое. Это состояние, которое, ну, его нельзя взять, вот. Я не могу не остановиться, я только плачу, молюсь, мне ни еды, ничего не надо. Я молюсь и плачу, кажется, линолеум размок. А у меня в организме начинается обезвоживание даже. Это Бог дает. И Бог эту душу... Это вот именно что дает, да, я вчера Бог понял. Дает. Это душа, душа, которая пала, она встала. В это время Бог ее обратил. У меня такое было. Я на стройке работы иду, послали гвоздей, надо принести, а я иду мимо лесополосы. Я там упал и заливаюсь слезами. А душа находится на расстоянии 3000 километров. И Бог ее там взял и потряс до основания. И она ничего не знает, она не может ничего с собой сделать. Ее уговаривают, что с тобой делать? Она не знает ничего, мне надо выехать оттуда. Надо уехать. Она увлеклась заблуждением беззаконников, сектантами. А я узнал. Я с колен не вставал. У меня стихотворение есть, у меня щеки как чугунные сделались, я почернел от горя. И Бог вырвал ее оттуда, как из ада выдернул. Был у меня близкий человек, он режиссер, она с фильм снимал, мы готовились новый фильм снять. Он снимал-то, но содержание-то я давал, оглашенные из «Идите». Он уехал, последний фильм заканчивал Шушинская ГЭС, и там его нашли мертвым. По сегодняшний день непонятно что. Когда мне сообщили, я не, не. Я был в магазине, кажется. Я в магазине сел и плакал. Продавцы знают меня, окружили. Полотенцем сидят, у меня слезы утирают. Вот картина была. Я вышел по городу, шел, пел и плакал, и плакал. По городу туда-сюда. У нас столько было планов с ним. Он готовил как все. Я ему всю переписку зарубежную отдал. Малашин Юрий Николаевич. Это интеллигент с большой буквы был. Он готовился к крещению, принять правильное крещение. И вдруг его не стало. Понимаете как? Я как бы сопровождал ее. Дальше я был когда в заключении. И это время сообщили, моя близкая подруга умерла. Ей 75 лет было. Ну и когда мне сообщил, там по политчасти работник один, Кудеринов, кажется его фамилия, казах. В кабинет вызвал и сказал, такое вот сейчас сообщили, вам что передали. А я сразу заплакал, сидел. Он говорит, а что вам нужно? Я говорю, мне нужно уединение. Он меня в кабинете совсем запер, зэка. И я там встал на колени и перед Богом излил печаль мою, какого человека Господь забрал. Когда меня судили, она была одна, которая все прослушала, что я издал. От корки до корки. А это 2500 часов. Чистое речи звучание. Я многое мог бы рассказать. Это дар. Вот вы сказали слезы, это дар. Вы благодарите Бога, и чтобы Бог не отнял. Если вы ночью спите, там, вставать неохота там, или что-то, и слышите тихий, нежный голос, побуждает, встаньте на молитву, прочитайте. Пусть 7 минут это будет молитва. 100 поклонов положите. Господь зовет. Он нежно, тихо поднимает вас. Это держите всегда в себе. И то, что вы шли, улыбались, это тоже радостно. Многие несут, говорит, со слезами снопы, а пожнут с радостью. Это есть псалом у Давыда. Сеющие со слезами пожнут с радостью, неся снопы свои. Так. Такое вот чудо вчера случилось со мной. Это чудо настоящее. Радостно слышать. Что, все? Игнат Тихонович, еще одну просьбу хотел к вам. У меня мама Людмила,
сейчас тяжело больна, в больнице лежит. Можно попросить ваших молитв? Мы сейчас будем молиться сразу. Так, все, у нас 20:11. Что долго мы с вами тогда. Все, Людмила. Я не забуду. У моего брата, матушка Людмила. Ну, храни вас Господь. Спасибо, Господи. С Богом. Крепко стой, никому не сдавай позицию своей. Бороды не прикасайся никак. Галстук никогда не надевай. Все. Надеваю. До свидания. Отключайтесь. Давайте. Сейчас на меня должен тот Дудин выйти. Пойдем, пока не вышел. Поклон ему от меня. О, обязательно. Ну что?